Характер погоды в последнюю неделю лета неустойчив. Температура воздуха высокая, днем облачность и низкое атмосферное давление предвещают дожди. Пасмурный небосвод иногда освещается палящим солнцем. В будние дни вполне можно еще позагорать. Влияние антициклона уменьшится, а при прохождении атмосферных фронтов северного циклона на территории нашей области местами ожидаются дожди. Наиболее интенсивные осадки, по прогнозам, следует ждать 28 августа. Не исключены в ближайшее время и грозы. Температура воздуха к выходным чуть снизится, но все же останется выше климатической нормы примерно на 3 градуса. 26 августа ночью 11-16 градусов тепла, днем до 22-27. 29 августа ночная температура воздуха не изменится, днем уже всего лишь 17-22 со знаком плюс. 30 августа воскресенье без осадков, ночью 6-11 градусов, днем прогреется до 20-25. Такие погодные условия, жара днем и относительно прохладные температуры ночью способствуют возникновению красивейших туманов в ночные и утренние часы. Местами в Рязанской области это атмосферное явление выглядит впечатляюще, о чем свидетельствуют снимки пейзажных фотографов и съемки с аэростатов, которыми славится наш регион.